что-то интересное. Кулачки полетели, кулачки просто. Ну, прочухали ребята из ГОСУ, что сейчас вообще происходит. Будут они пытаться что-либо сделать. Божественная стрела с лукета попадает в жанр. Вот она, попытка напасть на Ливер, но это не получилось. Таркол от подмы влетает туда, и ульт от аппарата убивает первого бойца команды ГОСУ, погибает Ливер. Выкупается Вивер моментально он выкупился в этой ситуации. Я не знаю, просто как танк ведет себя Спектра с этими айтемами. Прилепили станами. Станы, килл, Викид Сикс Спектра. По-моему, ее не остановить вообще. Никак не остановить ее здесь в этой игре. Вот так вот, она выдержит прокаст всей тусовки на себе. Да, конечно, у нее херт Тараска. Тут чего только нет, и тьма бабла. 3400 денег, сможет она еще и выкупиться. Это, по-моему, one man game, я не знаю.